125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Эти строки из ленинградской поэмы Ольги Бергольц стали одним из знаковых образов блокады Ленинграда. В эти дни город снова вспоминает 872 тяжелейших дня, когда маленький кусочек ржаного хлеба был символом жизни и процветания. Нельзя не вспомнить сегодня и тех, кому город был обязан возможностью выстоять в борьбе со смертью, а именно работников хлебозаводов. Я неспроста начал данный видеоролик с великих отрывков ленинградской поэмы, потому что мой прадед, а именно Айниязов Кудайберген, тоже был частью этой истории. Он воевал фронтовиком под Ленинградом. Мой дедушка жил в те годы, когда был голод в Казахстане, вызванный официальной политикой уничтожения кулачества как класса. Мой дедушка, получается, запрыгнул на товарный поезд и уехал в Оренбург. В то время в Казахстане, чтобы не все умерли от голода, то есть их потомство, то забрасывали младенцев в поезда, чтобы те благополучно уехали за рубежье и чтобы у них была хоть какая-то надежда на спасение. Мой прадед Айниязов Кудайберген не любил рассказывать про войну и все, что связано с этим. А когда по телевизору показывали сюжеты про войну или те или иные кино про войну, он вставал и даже не хотел их смотреть, так как все, что показывается в кино, по его словам, было очень приукрашено. Медики на фронте спасали только высших чинов, а именно майоров и так далее. А простых рядовых солдат они лечили, но не всех. И на войне не у всех имелась возможность хранить, то есть иметь наличие оружия. Были даже случаи, когда на войну ходили с вилами. Мой прадед был очень образованным человеком. Он работал всю жизнь бухгалтером в поселке Акбулак Оренбургской области. У него было 8 детей, 5 из них дочки и 3 сына. Он по характеру был очень строгим и неразговорчивым, так как был обескуражен после войны и так далее.